Жить. Ну, это достаточно такой сложный вопрос. Нельзя сказать, что жизнь – это получать удовольствие. В то же самое время нельзя сказать, что жизнь – это исполнение долга. Хотя Энна Бурда сказала, и у нее была любимая фраза Рабиндраната Тагора, что «я спал, и мне снилось, что жизнь – удовольствие. Я проснулся и увидел, что жизнь – это долг. И я понял, что долг – это удовольствие». Ну вот, пожалуй, в данном случае можно как раз эту фразу привести как цитату и как вот олицетворение слова «жизнь». А вообще жизнь, в принципе, если представить, это огромный ковер. И кто как вот его вывязывает, можно посмотреть на обратную сторону, какие есть узелки, есть ли они или нет. А это целое сплетение ярких нитей, которые вот человек плетет. Есть темные полосы где-то, есть яркая мозаика, есть какие-то непонятные узоры, которые сплетает сам человек, обстоятельства, люди, с которыми он связан. Вот если как бы вот представлять это в виде какого-то образа, то вот это, по всей видимости, ковер бесконечный, который можно ткать, такой вот сорух бухарский. Ну, может быть, он не бесконечно, в конце концов, наступает смерть. Кончается, да. Смерть. Приобщение к большинству.